Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах и более ни о чем. Кстати, вот такую программуленьку, чтобы смотреть, сколько подписчиков, сколько видосов и просмотров. Если вдруг вас это интересует, можете скачать. В описании видео будет ссылочка на пост, а в посту будет и ссылочка на данное приложение. SmartWatch, подписчиков 44 тысячи. Можете поздравить меня, и я говорю спасибо вам. Дальше видосы 1574 и просмотров 9 785 646 за 4 года или 3 года существования данного циферблата. Ну и заодно подпишитесь на каналчик, телеграм-каналчик в описании видоса. Скоро вот придет мне макрообъектив вот для этой вот камеры Sony Alpha 4A, вообще крутая камера за 200 штук. Я буду вам снимать видосы просто вообще офигенные, даже в плане циферблатов. Ну а вам презентую, дорогие друзья, вот этот вот циферблатик. Циферблатик только для спонсоров канала СВ. Ну и не только. Вообще циферблатик данный, как есть платная версия, так и бесплатная. Они ничем абсолютно не отличаются. Просто тот, кто покупает данный циферблат, имеет возможность попасть в эксклюзивный телеграм-канал, где очень много интересного. Цена данного циферблата 500 рубликов. Вот так вот он выглядит цифровой с секундами. Вот так на нем выглядит режим AOT. Или такая фишечка, как экран всегда включен. Циферблат простецкий, как вы сами заметили уже, наверное, да? Он есть на английской, так и русская версия в данном случае. Все зависит от того, какой язык стоит на вашем смартфоне. Дальше у нас есть пульс. Пожалуйста, вот здесь высвечивается эта зона, она не меняется. Также заряд батареи, число, день недели. Тоже есть. Здесь у нас ярлычок, пожалуйста, и здесь ярлычок. Шаги и температура, которую я уже добавил сам. Ну, это виджет. И он кликабельный, так же, как и кликабельные шаги, по-моему, да? Если я не ошибаюсь. Возможно, ошибаюсь. Тут ярлыки приложений. В данном случае у нас AID64 у меня стоит, которая показывает систему и все остальное. Кстати, тоже в посту приложу. Ну и измерение температурки. Приложуха тоже к посту приложу. А время может быть как 12-часовым, так и 24-часовым, как в моем случае. Все зависит от того, какие вы настройки сдадите на вашем смартфоне. Ну и самое главное, это ярлык канала СВ. СВ Тубе, как вы видите, или YouTube, как написано. Кстати, вот этот ярлычочек мне сделал... точно венская студия, австрийская венская студия изготовления премиум циферблатов. Томас там и брат его, вдвоем они делают циферблатики крутейшие. Кстати, вот в эксклюзивном канале они есть. Так, ну а мы поехали. Что мы, значит, с вами здесь имеем? На данном циферблате в настройках. Прошли в настройки. Здесь у нас есть изменение цветов. Вот общего и рисуночка, да, так скажем. Кстати, вот желтенький цвет тоже прикольный, голубенький. Неплохой, желтый, яркий-яркий. Голубенький, зелененький, но зелененький он такой более салатовый. И вот такой, который будет у вас при скачивании. Я, наверное, воткну желтенький. Дальше у нас здесь меняется фон. Фон, видите, вот фон, мы пошли к фону. Вот такой вот красноватый фон. К желтому цвету он никак. Потом полностью черный. Потом вот такой, видите, с перфорацией. Я думаю, вам видно, да? Следующий. Тоже темный, только без всего. Вот последний. А здесь темный. Давайте-ка поближе посмотрим. Что-то за темный. Вот они чем-то же отличаются. Здесь такой, как бы чисто темный, да, или черный. А здесь последний. Но не вижу, но чем-то отличается. Делал мне это Игорь, питерский разработчик циферблатов. Спасибо ему огромнейшее. Оставлю-ка я вот с перфорацией, прикольно. Ну и последнее, здесь виджеты, а здесь два ярлыка для приложений, которые вы можете поставить. И по итогу мы с вами получаем вот такую вот прелесть.
Ну, как я уже сказал, если вы действительно хотите помочь данному каналу SmartWatch, то приобретайте его. Просто можно переводом, а я вам отправлю АПК. Ну, а если вы хотите его бесплатно себе просто воткнуть тоже, там я уже сказал, в описании видео ссылочка, ставьте, наслаждайтесь, делитесь и показывайте другим. Ну, а если все-таки хотите попасть в эксклюзивный телеграм-канал, тогда надо покупать. Все в описании видео. Вы были на канале SmartWatch. Подписывайтесь на канал. Спасибо вам за ваше внимание. До свидания, всего доброго и до новых встреч.